Вы что-то покупаете, да? Это голубь. А, это голубь. Вот, голубь. Ну не маси за это. Черном есть у меня черт. Да, лоба. Блять, голубят, блядь, двое, блядь, такие уже большой вышли. Кулера мне с красным кусаком. Да нет. Возиться, это на одни руки. Да не хочу. Коля, вон все больно, Коля. У меня там могут быть. Не, мы умываем. А где же она есть? Ну я ж тебе про это говорю. Да он на перелете. Не, это голову. Тоже на это голову. Ну видишь, они помятые, блядь. Нет, типа ржавые. Коля тебе там выбирает. Думаю, еще 15 бар. Это не за есть. Соседа были, блядь. Не, это голодно. Вот это мне с этими горелами как начнешь. У доктора. Не. Угу. А у вас. Ладно, что пас не болит. Да, так слава богу. Да? Я буду, ага. Ты знаешь, твоя прививка помогла, как бы нормально. Я опять буду тебя звать. Я думаю, что летом позову. Фу-фу. Собирайтесь. Никто Андрюха. Ничего. Да, Андрюха, да, Величко там. Соберемся, ага. Вызовем тебя. Ага. А ты твои? Да. А это чьи? А? Не знаешь, где сосед? А это Витя. Витя? С вашего. А, этот, это Кременской. Понял. Это ваши? Да. Лисичанские? Да. Березненская. Березненская? Да. Вот раньше переездные, как летели эти бакаты, я помню. А. Лимонобокие были, у деда покупал. По 7 часов летали. Там у нас тоже был. Да это мой сын занимается. Понятно. Попросил, я не очень-то спец в этих людях. Но у нас был лимонный, да. И кто-то купил прямо на дому его. Я без тебя сразу подошел и сразу все так все. Это что? Голубь. Какая цена? Цена какая? 200. Ты таких не держишь. Чего? Да я знаю твоих голубей. Да. Ну я больше снимаю, понимаешь. Ты же бабочку держишь. Да. Ну это торцовый. А, дай я голубей тебе посмотрю. Все его смотрят. Нет. Никто не набирает. Голубь широкий. По две, да? Широкие, да. По две. Голубь красивый. Ну нету пары просто. Нету голубь. А давай морну. По черный, без рыжий он идет. Да? Коля Карабастольный в котелочек продал, убрал у него. А красно проставьте. Он лишь хороший, там просто. Это что, бойные или летные? Летные. Летные?
Вам голубка надо, да? Почему не продают? Все за 70 сказал. Это голубка. Да откуда он, они, голуби? Голуби, сами пару раз. Сколько все такое? Сколько? А что, у вас голуб такой, да? А я ей даю 150. Да. Да. А ну покажи, что батарея. Ты смотри. А это какие голуби? Скажите, пожалуйста. На. Это голуби. Вот, кстати, я дарю, на. Голуби. Бери, дед дает тебе. Бери. Какие это голуби? Горелые. Горелые? Да. Дзержинская. Дзержинская, да. Да. А какая порода? Голуби. Ну, горелые я вижу. Горелые, короче. Горели их горловских и дзержинских с кировоградскими. Мешал уже 8 лет их. А, с горловскими, с горловскими. А. Смотри какие, 500 пара, голоногие, 300 пара. А что чубатый, вот чубатый? Тоже это по горелам у меня. Да? Смотри, порода молодой, а? Голову? Да. Дай я его посмотрю, дай я его посмотрю. За даром отдаю. Не одни голова. Тебе я возьму, я возьму. Ну вон человек забирает. Все, да, я уже руку лети, взял. Летит хорошо. Слушай, я сам не пойму, голубь или голубка даже. Хорошо. Похоже на голубку. Не торгуется ни с кем, ничего, блядь. Тебе да, большой, да, и не воркует. А уже посмотри, какой, блядь. Уже пересыпанный все. Ну, вот. 500 пара. Забирай. Хорошо. А лед охеренный, блядь, да? Сам увидишь. За 500 уже летать он. Хорошо. Ну да. Так это с Горловки, да? Нет. Дзержинск. 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 Понял. Хорошо, спасибо. Дай Бог вам удачи. Да ладно, ради Бога. А? Голубь. Голубь? Да. Ой, это... то, что круто. Войник, да? В газете я буду или нет? А? Если в газете буду... Конечно, в газете будете. Вас больше, чем газета увидит. Серьезно? Для чего вы? Да. Ну-ка, я ж снимаю, значит, ну, давай, все. Делай. Короче, да, это Бонни голубь. Да. Так. Он сбурканный, как раньше, связанный, да? Связанный, да, он, ага, ловленный. А у нас раньше говорили сбурканный. Да, сбурканный, да, связанный. Да? Так, ага, ладно. Ловленный? Ловленный. Так вы ловленного купили? Нет, да. Подарок. Это подарок, а, мне подарок. Алкоголик подарил. Понял, а то сейчас, я думаю... Можно говорить так... еще? Конечно. Это записывается, блядь. Да, все записывается. Ну все, сейчас мы будем по сторонам идти. Алкоголик — это что-то болезнь, это болезнь. Так что, что тут стесняться? А голубятник не болезнь? А? Голубятник не болезнь? Голубятник, ну голубятник — это хобби. Вот. Оно по крови не передается. Года, а я ей держу 59 лет. Да? 59 лет. А каких вы держите голубей? Всех подряд. Всех подряд? И бойных, и летных. Да. А раньше бойные как-то не были. А что стали вы и бойных лёд, держать? Летние были. А что сейчас бойных стали держать? Менчакобыть бурили. Менчакобыть бурили? Да. Я гоняю их у всех. У меня нема таких, чтобы, да, закрыть. А долго летают? Так, у меня раньше летали. Один часу. Один часу? Одиннадцать. А они как, кругами летали? Это были... во время или голуби. Тогда копцев не было. Ага. И они, понимаешь, а сейчас хоббис не дает покоя. Ну они хоть, а они были устойчивы или так, немножко? Они стояли сейчас, один часов стояли. Вот поднялись часов. Все, один часов. А поднялись, а поднимались как без круга и садились без круга? Кругами, а там расстоят. А, понятно. А это что вы купили? А то не мне, то бартер у нас. А, бартер? А у вас даже и кольцо украинское, да? Ну так вы занимаетесь, наверное, хорошо раскольцовываете. Ну, я интеллигент, а он нет. Вот интеллигент всегда дает хорошее. А понятно. Хорошее нет. А вы летного взяли, да? Или да, как, да, это пару? Летный? А где вы его взяли? Ловил я тоже. Ловил, тоже ловили. А, так это кольцо не ваше, можно посмотреть? Пожалуйста. Можно? Кольцо дивись. Так. А что там на нем написано? Охуенно. Украина, блядь. Синяя желтая. Да? А ну-ка. Нет, там написано, что? Сейчас. А что, я слепый уже, блядь. Так, номер. Украина. Угу. Понятно. А если бы хозяин пришел, или как вот? Если пришел хозяин, если хороший хозяин такой, как я отдам. Ага. А если не такой, как я, плохой, да, я не отдам. Понятно. Я с юмором говорю, понимаешь? Я понял. Сосед такой, что, ага, вот так вот, живем рядом. Ага. И не дает. Сила молодая, ага, для него. У сарая ведь задан. Так. Ну, мне видно. Ага. Спрашивают, ты знаешь, что, у меня не было. Ну, он, наверное, очень любит голубей. Когда человек очень любит, как отдать?
А чуєш, а як його там буде попадається, біжить і стоїть, а Даша... Ну точно любитель, точно. Він дуже любить. Да. Поймають, уже жалко, понимаешь? Хорошо. Скажу, это того голубятника, что красный гудел. Красный гудел за 100 рублей, ага. А они нихуя толку, клона нет. Понял. Ну, счастливо вам. Ну, давайте, да счастье. О, это летный голубь. Ну, я их держу, 59 лет. 59? Ага. На ножку жалуются, да. Нога кривая? Да. А, ну, вот поэтому и подарили. Так это голубь, вы считаете, да? Да. А какой у него полет, вы не знаете? Ну, так и еще. Круглый должен. Круглый, да? Да. А как вы его, а как вы определяете? Крыло, видишь, какое. Ага. Это типа Николаевский что-то такое. Да? А у вас, что вы взяли, полосатая? Это наша порода. Понял. Летная, летная, наверное, да? А это типа Николаевский, да? Да, да, да. Понятно. Ну, спасибо за консультацию. Конечно. Так вы... Обмен, а что, нельзя снимать, чешу? Я ж не, я не этот, не как его зовут. Да мы друзья, мы просто, ему то надо, мне то надо. Мы не продаем друг друга. Понятно. Мы только даем. А это ритуал, да? Это здоровье, ритуал. Да. А как, если 2-3 месяца не видишься, потом... Да, все, понятно. Если бы я был не за рулем, я бы тоже в этот ритуал мог бы подключиться. Это напиток с винограда. Да? Да. Я чувствую, виноград. А тебя как зовут? Володя. Сергей. Очень Виталий. Приятно. Угу. Это с винограда я делаю раз в год. Это себя. Как чаще, типа, да? Виноград и сахар. Все. А, виноград и без сахар. Рождения что-нибудь. А, это просто этот вино. Виноград и сахар и без рождения. А потом самогон. Только без рождения. Да, это напиток такой, что... Ну, как чача, да? А сколько градусов? Я делаю примерно 42-43. Понятно. Эх, слюни потекли. Так что, не нашел коробок? А? Коробок не нашел. Да у меня прикрыто это ерунда. Не нашел. Там мусор. Я думал это взять. Ты что попробуешь? Да я за рулем, я бы с удовольствием попробовал. Там лягавые стоят. Да, тем более. Лягавых нам не надо. Слышь, это самое. Я виноградом занимаюсь. Да. Ну бабла нема ни копейки будет, это да. Сразу знаешь. Подари что-нибудь зелень или такое, что. Ну это у меня жінка, ты понимаешь, у меня сосинка занимается. Если это не подарок, подарок. Не знаю. Так что это все и ездило. Да копейки думаю, я серьезно такая. Не знаю, что как, может быть потом. Но... Этот у меня есть. Это этот. Малина. Она такая крупная, но она колючая. Ну вкусная, зараза, страшная. И она 3 раза или 4 раза. Ну я не знаю. А почем такие красивые голуби? 250 рублей. А что это за порода? Мои. Понял. Почем ваши голубочки? По деньгам. А сколько надо? Сколько надо? Ну, если стольник есть, можно уже. И можно самого маленького взять, да? Самого маленького 50 гривен, это пескунцы. Угу. А что это за порода? Бакинцы. Да, вот это все бакинцы мраморные. Вот это голубята, вот. Эти уже линяют, а это, ну... А вот это белая чернохвостая? Это белая чернохвостая 70 гривен. Это бакинка тоже. Вот бакинцы, значит, что у нас по бакинцам. А вот это голубь, вот хороший побитый. Вот это голубок вообще шикарный. Вот эта голубочка такая жёлтенькая, капитальная. Есть по Кировоградским хорошая пара бокатых, неплохих. Бокатые по каким вы говорите? Бокатые это с Киева голубь привезённый. Вот этот. Ну а это ж у нас голубочка, не в паре. А эти вот по Кировоградским, вот этот хороший голубок. Вот голубь хороший, это в пару, они как бы беспарные, ну я вывез. И вот это желтый голубок, это Кировоград. Суптица неплохая, пожалуйста. Хорошо.